Всех приветствует Отвертка, канал Домашнего Мастера, и наш партнер – сайт gagadget.com. Не скучный сайт, а техники. В сегодняшнем видео большой обзор HR32K6600SG – подходящий телевизор для кухни или дачи. HR32K6600SG при своей гуманной цене выделяется среди доступных 32-дюймовых телевизоров. С одной стороны, в этой нише очень много более-менее похожих телевизоров. Есть явные конкуренты в виде интересных моделей Hisense, Kiwi, Xiaomi. Но с другой, если детально разбирать характеристики, то масса конкурентов постепенно отсеется. У кого-то нет Bluetooth, у кого-то тюнер попроще или нет слота для карты памяти. У нашего подопытного не особо мощный процессор, но на это можно закрыть глаза. В реальной жизни это незаметно. Проблема поважнее. Маленькое количество постоянной памяти. Она ограничивает количество приложений, которыми можно пользоваться прямо с телевизора. С 4 гигабайтами это, скорее всего, демо-версия. Недорогая возможность понять, что вообще умеет Android TV. Тот же Netflix уже предустановлен, например, что могут похвастаться и не все, в принципе, телевизоры в этом классе. Поэтому телевизор HR32K6600SG можно назвать простым и доступным по цене решением для ситуации, когда нет высоких требований к железу и качеству видео. Например, в качестве второго или даже третьего телевизора в доме, для кухни, детской комнаты или дачи, где в количество пикселей на дюйм никто всматриваться не станет. Или просто в виде первого телевизора Smart TV, заменяющего старую модель с кинескопом. Итак, поехали разбираться с этим интересным телевизором. Итак, представляем HR32K6600SG. Это небольшой, 32 дюйма, но умный Android-телевизор с достаточным для фоновой картинки разрешением HD, разумным количеством современных интерфейсов, Wi-Fi, Bluetooth и многопроводных, и неплохим звуком, и привлекательной ценой. Она чуть выше безымянных аналогов, но ниже А-брендов с аналогичной начинкой. Давайте разберемся, как выглядит данный аппарат. А выглядит он нейтрально в духе времени. Вокруг экрана тонкие черные рамки. Из внешней отделки передней панели только логотип производителя по центру. Одно время для кухонь было модно покупать белые телевизоры. Так вот, с современными минимальными толщинами рамок смысл в этом отпадает. Непонятно уже, где экран, а где корпус. Матовый черный пластик легко покрывается отпечатками пальцев. Покрытие экрана полуглянцевое, отражения на нем видны хорошо, но это не зеркало. По толщине данный телевизор рекордов не бьет, но и из трендов не выбивается. Максимальная толщина у основания 6,5 см. Примерно с середины высота ступенька уменьшается, постепенно сходя к минимуму. Поставка состоит из двух пластиковых деталей. Каждая из них крепится к основанию двумя винтами. Держатся они прочно, телевизор устойчив. На корпусе есть стандартный вес крепления 200 на 100 для подвешивания к стенным и потолочным кронштейнам. В левой части нижней грани имеется выступ, на котором снизу расположен управляющий джойстик. Спасительная соломинка для случаев, когда вы не выиграли игру за пульт. Других элементов управления на корпусе нет. Bluetooth-пульт уже сам по себе тянет на роль высокотехнологичного гаджета. Достаточно длинный, с большими кнопками для быстрого доступа к Netflix и YouTube. Голосового помощника Google тоже можно вызвать отдельной кнопкой. Для работы голосового управления на пульте имеется встроенный микрофон. Пульт питается от двух пальчиковых батареек, они идут в комплекте. Продвигаемся дальше по нашему видеоролику. Давайте разберемся с разъемами. Итак, разъемы расположены на двух панелях в задней части корпуса. Та, что доступна сбоку, удобнее для частого подключения кабелей. На ней расположены разъемы HDMI, кабельные и антенные входы, два порта USB, слот CI и microSD. Он подписан как TF, то есть TransFlash. Также имеется гнездо для наушников.
Подбираться ко второй панели не так удобно, она смотрит лицом вниз позади телевизора. На ней имеются еще два дополнительных порта HDMI, компонентный видеовыход, тюльпаны для подключения аудио, оптический интерфейс и сетевой порт RJ45. Более того, есть беспроводные интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth. Весьма неплохо для телевизора такого уровня. Ну а теперь давайте разберемся, что внутри данного телевизора. Итак, основные технические характеристики довольно-таки быстро. Экран 32 дюйма, это 80 сантиметров, 1366 на 728 пикселей. Яркость 180 нит, светодиодная подсветка. Размеры бедсподставки 720 на 424 и на 64 мм, вес 4 кг. А HDR у нас отсутствует, версия Android 9.0p. Небольшой, правильный, быстрый Android. Процессор 4 ядра по 1,3 ГГц, это немного. Памяти маловато, 1 ГБ оперативной, 4 ГБ постоянной. Как я говорил, коммуникации беспроводные у нас есть, Wi-Fi и Bluetooth. Соответственно, разъемы HDMI 3 штуки, USB 2 штуки, Ethernet и так далее. MicroSD-шечку можно вставить, аналоговый аудиовход. И самое главное, есть оптический цифровой выход. Это очень правильно. Звук у нас примерно дает 2 по 8 ватт. Имеется симуляция surround-саунда. Пульт дистанционного управления имеется с микрофоном внутри. Ну и энергопотребление 53 Вт. Энергоэффективность класс А. Из всего этого можно сказать следующее. Современный умный телевизор – это фактически полноценный компьютер, только не очень мощный, на уровне бюджетного смартфона. Итак, в середине HR32K6620SG спрятаны процессор с 4 ядрами ARM Cortex-A53, работающими на частоте 1,3 ГГц, 1 ГБ оперативки и 4 ГБ постоянной памяти. За графику отвечает чип Mali 470MP. Искушенного пользователя не впечатляет, но не забываем, что это не смартфон, и требования к производительности здесь другие. Интерфейс работает достаточно плавно, хотя ощущается, что большого запаса мощности нет. Поиграть в предустановленный Asphalt 8 тоже можно без проблем. А вот вторая из идущих в комплекте игрушек Real Racing при первом же запуске ставит все на свои места. Нет, дело не в производительности, а в том, что для запуска ей нужно закачать и установить дополнительные данные. А в 4 ГБ встроенной памяти места для маневра практически нет. Теоретически можно воспользоваться картой памяти для установки программ туда, благо есть слот microSD, но сходу провернуть такой маневр не получится. По умолчанию карта вообще подключается исключительно в режиме только чтения. В общем, экономному энтузиасту найдется чем себя занять. Ну а теперь давайте разберемся, как управляется данный гаджет. Итак, выше я уже говорил о спасительном джойстике, но это, конечно, экстренный вариант. Он выполняет функцию центральных управляющих кнопок пульта, переключения, каналов и громкости. Но пульт, как вы понимаете, беспроводной, и кнопок на нем больше. Не то чтобы все они были жизненно необходимы, но для быстрого доступа к ряду функций полезны и удобны. Пульт также оснащен микрофоном для голосовых команд, которые можно давать голосовому ассистенту Google. Напомню, что пульт использует технологию Bluetooth, поэтому можно не целиться им точно в инфракрасный приемник, как в обычном телевизоре. Для еще большего удобства в управлении можно использовать дополнительные Bluetooth-аксессуары, например, клавиатуру или джойстик. Есть два имеющихся на борту порта USB, которые прекрасно понимают подключенные к ним проводные клавиатуру и мышку. Это не очень, это очень важно. Играть-то как будете? С пульта же неудобно, правильно? Ну а теперь давайте разберемся, насколько хорошо показывает этот телек. Смотря на что рассчитывать. Для создания домашнего кинотеатра, где телевизор будет крутить высококачественное видео, а вы и ваши гости внимательно на него смотреть, нужно более специализированное решение. А если телек должен играть фоном именно что-то на кухне или крутить мультики в детской, то вот как раз этот телек и подойдет. Бюджет не предусматривает флагманского букета технологий улучшения изображения. У нас тут честный HD 1366 на 760
68. При 32-дюймовой диагонали это дает пиксельную плотность порядка 49 ppi. Вполне достаточно для комфортного просмотра с расстояния 2 метров. Углы обзора достаточно широкие, на максимальных отклонениях наблюдается небольшое снижение контрастности. Картинка в целом приятная, выглядит достаточно живой и сочной. Запаса яркости по паспорту 180 кандел на метр квадратный хватает для большинства ситуаций. Наворотов вроде квантовых точек, локального затемнения или поддержка HDR не предусмотрено. Из регулировок изображения доступны помимо обычных яркости, контрастности, насыщенности, настройка гаммы и цветовой температуры. Есть функция цифрового шумоподавления MPEG Noise Reduction. Ну а теперь что со звуком? Итак, в телевизоре установлены два динамика по 8 Вт. Звучат неплохо, на большой громкости не дребезжат. Улучшить качество звука и придать ему объемности призвана технология Simulated Surround Sound. Эту опцию нужно найти и активировать в настройках. Там же имеется пятиполосный эквалайзер и несколько других опций настройки звука. Вот и все. Ну а теперь следующий вопрос. Что умеет Smart TV? В части Smart TV телевизор HR32K6600SG даст фору целой стае бюджетных и устаревших моделей. Тут полный современный фарш, в основе которого лежит универсальная платформа Android TV, используется версия Android 9.0p. Ее очевидный плюс по сравнению с закрытыми экосистемами в широком ассортименте приложений и отличной интеграции с другими устройствами. На главном экране меню представлены основные возможности. Отдельных строчек по умолчанию удостоились избранные приложения Netflix, YouTube, TED, Spotify, VLC, TuneIn, Facebook Watch. Их можно редактировать и переставлять местами, настраивая главный экран по своему вкусу. Предустановленный всеядный плеер VLC может воспроизводить медиафайлы с USB, флешки, портативного жесткого диска, карты microSD и сетевых папок. По самим этим папкам и накопителям можно передвигаться с помощью файлового менеджера. Веб-браузер позволяет просматривать любые сайты, хотя для удобной навигации лучше все-таки пользоваться не пультом, а привычной для нас мышкой. При желании вы можете установить из Play Market любые необходимые игры и приложения. Разумеется, имея в виду крайне ограниченное дисковое пространство на встроенном накопителе. Ну и по окончании нашего видоса 4 причины, чтобы купить HR32K6600SG. Итак, гибкость и всеядность платформы Android TV. Компактный корпус с нейтральным дизайном, достаточное количество разъемов, как я вот смею неосторожность заметить, ну и наличие беспроводных интерфейсов Wi-Fi и Bluetooth. Но от нашего канала теперь 3 причины, чтобы не покупать данный телевизор. Это низкое разрешение экрана, маломощная начинка, ну и 4 гигабайта встроенной памяти, а этого мало. Но на нашем канале выбор есть по-любому. Это канал Отвертка, канал Домашнего Мастера. Надеюсь, данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, смотрите наши еженедельные стримы. С нами будет интересно.